Всем доброе утро. Бегу на йогу. Смотрите, до сих пор в палатках спят. Вроде бы уже все ушло. Неужели они будут все время спать в палатках? Бедные люди. Ой, мои дорогие зрители, а там нету никого. Такая замечательная погода. Обалдеть. Какая замечательная погода. Я только с вами успеваю разговаривать, когда иду в дороге. Потому что потом такая занятая. Всем привет, мои дорогие. У нас настоящая весна. Вот мне сейчас жарко. Я сниму там кофточку, маечку, посижу. С девочками, как всегда, собираемся. Задержалась потому, что... Ой, птичка капнула на очки к деньгам. Потому что глаз так растекся. Сейчас, я не знаю, покажу вам. Посмотрите, несколько раз перекажу. Вы видите? Весь потек. Ой, что творится? Кошмар. Неудачно окрашен. Мне за 10 минут я с ним возилась. И вот такая страшная ситуация. Ничего, приду, что-нибудь уберу. Так, сегодня приезжают к нам родители. Мы хотели к ним поехать, а гора приехала к Мухаммеду. Все изменилось самым лучшим способом. Они хотят приехать, посмотреть, наверное, на наши рамы новые. Оценить, и потом они скоро уже едут в деревню. Они не знали, что мы собирались к ним. И вдруг вчера мы просто позвонили родителям. Они позвонили, мама, как вы? Говорит, мы перед деревней приедем. Окей. А поздно вечером они вчера сказали, что сегодня в 2 часа приедут. Ну, очень рада я. Я так соскучилась на несколько дней. Ну, будет весело мне. Я так хотела их увидеть. Я побежала, друзья, а то девчонки ждут. Молодежь, экстремалы какие. Ищут сложных путей. Вот молодец, молодежь. А мы всегда любим ходить по шаблону. По шаблону. Учитесь у молодежи. Друзья мои, жизнь продолжается. Женится, влюбляется. Молодожены. Какой ветер сегодня. А вон мои девочки. Молодожены. Мое счастье. Вот мои девчонки собрались. Да, погодка сегодня офигенная. Столько чаек. Такой ветер, друзья. Такой ветер, море так волнуется. Хочу с вами поболтать, не знаю, ветер, слышите вы меня или нет. Новости хочу рассказать. Собрались мы с девочками. Поговорили о многом интересном, особенно о предсказаниях астролога норвежского. Море подошло близко. Обычно, в принципе, сейчас посмотрим. Может, сяду, поговорю. Не как обычно. Просто беспокойная набережная. Не так много людей. Я сейчас буду встречать скоро свекров. Вот. Так что все хорошо. Да, мои дорогие друзья, сейчас вам кое-что расскажу. Мои глаза, потому что они так растеклись, девчонки, по уголу. Так, мои дорогие, приступаю к новости. Как я, может быть, рассказывала раньше, наверное, я вступила, рассказала, землетрясение во многих странах, но не в Турции. В Турции тоже было, да. Мы сейчас с девчонками посмотрели, у нее программа из айфона. Землетрясение во всем мире. Было землетрясение, как он и предсказал, на Курильских островах, Японии, Индонезия. Где он еще предсказал? В Америке. В общем, где он предсказал, везде были землетрясения. В Турции, как в Малмараше, было 5 и 1 баллов. И также было в Японии 5 баллов. Ну, а в Турции не было 5 баллов, так что это все свершилось. Это было 2-9 баллов.
задел. Вчера это началось все с утра, 2 числа. Но все позади. Потрясло всех. Все позади. А вот эти вот чайки очень странно как-то. Очень странно. Сейчас покажу вам. Собака главная лежит, спит, ни на что не обращает внимания. Здесь не ветрено, а чайки. Видите, столько чаек собралось. Они не летают, потому что им трудно летать в сильный ветер. Вы понимаете, природа какая, да? А они все столпились возле берега. Как интересно. Какие умные. Будем надеяться, что все будет хорошо у нас, не так ли? Толстая собака, толстючая такая. Никого нет, но людей. Только Светлана-то идет, шагает. Вот такие вот у нас дела. Так что буду принимать сегодня своих родителей и жить спокойно. Солнце зашло, небо так потемнело, хотя в прогнозе солнечная погода. Дождя не видно, но что-то такое непонятное, да, в небе. Ну, будем надеяться, что все это хорошо, друзья. Сегодня просто сильный энергетический день, который даст нам энергию. Все будет хорошо. Там солнце есть, а здесь вот тучки сейчас пройдут. На мясо. На мясные продукты фарш 200, кусочки мясные 215 и тому подобное. Кебаб 260. Вот такие цены у нас сегодня. На нашего красавчика, титири, титити, чики, 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 чики. Чики-чики-чики, тири-тири-кирики, тири-тири-тири, тири-тири-тири-тири, чики-чики-чики-чики-чики-чики. Кусючи-мавиш, 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 мавиш-мавиш-мавиш, мавиш-мавиш-мавиш. Ты копек, ты собачка? Ты собачка, кусаешь? Я такой щепочка, я здесь съем сейчас тебя такого. Тири-ти-тири-ти-тири, тири-ти-тири-ти-ти, паренек наш молодой красавец. Мавиш прекрасное настроение, друзья мои. Сходит с ума. Мы сейчас будем его чистить клетку всю. Все обкакал, испачкал. А то придет папа с мамой и скажет, что это за свинтус такой, а не Мавиш. Да? Правильно? Чем ты недоволен? Помыть тебе надо? Ой, 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 красивый такой, красивый. Виним гюзель, гюзель, виним мавиш, 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 ашкин. Чики-чики, ашкин. Чики-чики, ашкин. Я в ожидании родителей мужа. Вроде бы все потерла, помыла. Вроде бы все приготовила. Смотрите, я сейчас что им приготовила. Курица с картошкой. Вот такое мы любим, очень вкусно. И мне сейчас пришла в голову идея приготовить им кекс. Ну, естественно, после того, как это Эндер пошел за родителями встречать, а мы с Мавишем только сели. Мавиш, ты только сел? Мавишоночек, ну, Мавишучечка моя, любимая птичечка. Ай, ты такой хулиганчик. Ай, хулиганчик, как он любит телефон. Телефон. Укусить хочет телефон. Мой мальчик. Птички так чирикают. Птички чирикают. Еще знаете, у меня какие сведения. Тут одна моя подружка, подписчица уже. Мы с ней меняемся информацией. И она тоже следит за этим на норвежским сейсмологом, и она сказала, что в Тихом океане 6,8 баллов было. Он как раз об этом и говорил, что такой амплитуды, очень большой амплитуды ожидается землетрясение. Так что мимо нас все, Господи, чтобы больше не было ничего.
друзья мои. Да, мамаш? Чтобы не было ничего, чтобы все было спокойно. Лапочка ты моя родненькая, роднюсечка ты моя, да. Мама все помыла, все убрала. Так что ждем Анемчика и Баба Джима. Посмотрите, что я готовлю, вся в процессе. Родители, наверное, не буду снимать, чтобы их не провоцировать. Ну, не хотят они, да? Плов у меня, смотрите, на каком на сливочном масле. Также я приготовила кекс. Взяла такой обычный, простой рецепт. Посмотрим, какой получится. Из Ютуба турецкий рецепт кекса. Так, а сейчас здесь у меня курица. Надо посмотреть, что там с ней. Да. Так. И следом след поставлю этот. Ну вот, в такой обед вышел. Классный. В духовке. Красотища. В общем, буду кормить наших родителей. Еще салатик сделаю, и достаточно. Мой кекс готов. Вот такой вот он у меня получился. Можно было, конечно, еще чуть-чуть пожарить здесь его. Но присыплю мукой. Вот, пропекся так хорошо. Желтенький, красивенький такой. Родители пока кушать не хотят. Они, оказывается, дома покушали. Мы будем ждать вечера. Смотрите, какой у меня кекс получился. Такой красивый. Я даже включила вам свет, чтобы вы увидели, пропекся или нет. Ну, сладкий, поэтому я ничем и решила его не посыпать. Сахарная пудра будет слишком жирно. Вот, сейчас мы будем пить чай. Хорошо покушали. Моим гостям понравилось. Я еще, знаете, перевернула и его в духовку поставила на 10 минут. И так хорошо пожарилось. Такой простой рецепт. У меня нету миксера, так как миксер испортился. И я все руками сбивала. Ну, конечно, если, мне кажется, был бы миксер, еще воздушнее бы он был. Смотрите, какой. Вот. Так надо проверять, не так ли? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.